Раз, два, три. На заряд бодрости на целый день. Все, всем рекомендую. Победители и призеры! Всем привет! 18 июля исполнилось 90 лет авиационному заводу имени Юрия Алексеевича Гагарина, а сегодня 20 июля легкоатлетический забег в честь 90-летия завода. Сегодня бегут 3 километра, 6 километров, ну и дети бегут 1 километр. Мы сейчас побежим вместе со спортсменами, будем приставать к спортсменам с вопросами. А Динамо бежит? А нам в ответ: нет, бежит только Крылья Советов, завод авиационный. Ну, в общем, на старт, внимание, стоп. А вы же на канале КМС Лайф, а меня зовут Павел Трусов. Все, теперь мы побежим. На старт, внимание, марш. Девушка, ваше впечатление от забега? Главное быть в тонусе. Итак, на старт, внимание, марш. А мне остается объявить об официальном открытии забега, посвященного 90-летию Комсомольского на Амуре авиационного завода имени Юрия Алексеевича Гагарина. Можно поаплодировать. Мы начинаем открытие нашего забега. Еще раз скажем, что он посвящен 90-летию нашего любимого Комсомольского авиазавода. Традиционно празднование дня рождения предприятия проводится в конце августа, приуроченные Дню Воздушного флота России. Но 2024 год, он уникален. 90 лет авиазаводу. И вот сегодня мы, так сказать, открываем череду празднований, череду мероприятий, посвященных этому знаковому событию. Более того, отрадно отмечать, что буквально позавчера, 18 июля, и состоялось день рождения завода. 18 июля 1934 года был заложен первый камень в основании механического корпуса будущего завода. Друзья, мы начинаем церемонию открытия. Я хотел бы пригласить на нашу сцену главного инженера филиала публичного акционерного общества Объединенная строительная корпорация Комсомольско-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Алексеевича Гагарина, Трыгонца Юрия Анатольевича. Юрий Анатольевич, пожалуйста, к нам на сцену. Приветствую всех участников и болельщиков первого забега, посвященного 90-летию Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Алексеевича Гагарина. 18 июля 1934 года был заложен первый камень в основании нашего завода. Сегодня Комсомольский на Амуре авиационный завод – это современное производство, выпускающее высокотехнологическую продукцию. Но не только трудовыми подвигами славится наш завод. На протяжении всей истории предприятие было центром развития спорта в городе Комсомольск-на-Амуре. Уже в 1935 году были построены первые спортивные площадки, а в июне этого же года проведены первые соревнования среди строителей завода. Наше предприятие чтит спортивные традиции. Среди заводчан-спортсменов есть победители всероссийских и мировых международных соревнований. Также есть олимпийские призеры. В наши дни завод и объединенная авиационная корпорация также вкладывается в развитие спорта. Развивается материально-техническая база спортивного комплекса «Смена». В прошлом году на средства объединенной авиационной корпорации были построены спортивные площадки. В этом году завершено строительство футбольного поля с современным профессиональным покрытием.
Пользуясь случаем, приглашаем всех на официальное открытие и первый футбольный матч, который состоится 26 июля. Хотелось бы пожелать всем участникам ярких эмоций, достойных результатов и хорошего настроения. Я еще раз поздравляю всех с 90-летием нашего родного и любимого авиационного завода. С праздником! Ура! Огромное спасибо, Юрий Анатольевич! Друзья, ну, наш забег уже поистине уникальный. У нас около 800 участников. И вот сейчас я хотел бы, чтобы вы поаплодировали, взрослые особо. Самому маленькому участнику 5 лет всего лишь. Давайте поаплодируем! Молодое поколение, да, спортсменов подрастает, продолжает традиции Комсомольского авиационного завода. Ну и нужно отметить, что это мероприятие в том числе состоялось при поддержке и помощи Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольского на Амуре. И я хотел бы на нашу сцену пригласить руководителя управления Запутаева Дмитрия Александровича. Дмитрий Александрович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые работники авиационного завода имени Юрия Алексеевича Гагарина. Я поздравляю всех с этим знаменательным днем, с 90-летием завода. Это поистине уникальное событие. Ведь завод Юрия Алексеевича Гагарина в городе Комсомольске-на-Амуре имеет очень важное значение. Большинство работников завода принимают активное участие во всех событиях города, во всех его проявлениях. Я хочу всех поздравить с праздником, пожелать всем успехов, пожелать всем хорошего настроения. И действительно ведь завод и город едины. Город не может жить без завода, и город всегда готов помогать заводу. И сегодня открывается первое мероприятие, посвященное юбилейным событиям. И отрадно, что оно именно спортивное, потому что в здоровом теле здоровый дух. И заводчане всегда принимают участие во всех спортивных массовых мероприятиях и зачастую занимают первые призовые места. Я хочу пожелать всем работникам завода дальнейших успехов, творческих и трудовых. Хочу пожелать всему коллективу завода процветания. Ну и сегодня хочу пожелать всем на забеге, конечно же, в первую очередь, зарядиться позитивом, побольше энергии и, самое главное, хорошего настроения. С праздником! Спасибо, Дмитрий Александрович, с праздником, друзья, действительно! Мы готовимся к старту, дорогие друзья, и я сейчас хотел бы предоставить слово главному судье соревнований Шаповалову Павлу Евгеньевичу. Пожалуйста. Здравствуйте. Хорошего всем настроения. Я лично перейду к техническим моментам забега. Когда будем выстраивать на разные дистанции, мы вначале будем выстраивать ластерами, то есть посильнейших спортсменов-участников и так далее, чтобы не было толкушки. Стартуем спокойненько. Кто чувствует, что там очень сильный, по просьбе поставим вперед. Аккуратненько, не толкаемся. Это прям обязательно. По окончанию разминки будем вызывать на забег и давать старт. И все, всем успехов! Огромное спасибо. Так, ну, спортсмены всегда главного судью слушают внимательно. Я еще немножко расскажу, что будет происходить. Я советую вам не покидать наше пространство возле спортивного клуба «Смена», потому что сегодня будет очень крутой, очень мощный розыгрыш призов. И не просто мощный, а в конце мы разыграем телевизор, и кто-то уйдет... Еще раз. Да не страшно, этот момент не надо. Итак, на старт, внимание... Марс! Участники забега на 3 километра готовы, судьи готовы. Мы начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1! Все, кто молится, мы
Мы побежим вместе с вами и со спортсменами. Бежим вместе. Раз, два, три. Привет, Таня. Миновали площадь Гагарина, где проходные авиационного завода номер А. И колонна продвигается к парку имени Юрия Алексеевича Гагарина. Миновав парк, у спорткомплекса «Смена» будет финиш. Я запыхался, ибо для лучшего контента приходилось бежать вместе со спортсменами, без всяких скутеров и вертолетов, все своими ножками. Финиша осталось совсем чуть-чуть. Ну, я, естественно, всех обогнал. И вот встречаю всех на финише. Да я срезал. Но пробежался. Вот люди финишируют потихоньку. Финишируют. Еще немного, еще чуть-чуть. Вторая двадцатка. Самые лучшие идут. Вот пошла вторая тридцатка. Вообще самые лучшие. Еще немного, еще чуть-чуть. И километра это очень много. Да нормально, я же пробежал. Как забег? Да отлично, заряд бодрости на целый день. Все, всем рекомендую. Отлично. Надо было это. Вот это. Все, как хорошо.
Самурцали на велосипедах ехали. Вот сюда, чтобы пробежать. Ух ты, молодцы какие. Как вас зовут? Какие еще сестренки там, скажите, да? Ну не устали? Хорошо? Да. Устали, но не прям сильно. Молодцы. Молодцы. Куликовская Ульяна! Чемпионка забеги на 1 километр. Ульяна, тебе диплом. Юрий Анатольевич. Золотую медаль. Кубок. Сертификат. Аплодисменты и много хороших фотографий на память об этом замечательном дне. Так, огромное спасибо, девочки, да, занимайте, пожалуйста, ваши места. Сейчас сразу продолжаем мужчины на 1 километр. Давайте, он бежит. Павел Евгеньевич, пожалуйста, да, сейчас будем называть, вызывать. Давайте, с кого начнем? Давайте мне дипломчик Павлу Евгеньевичу. Кубки. Итак, дистанция 6 километров. Результат. Павел Евгеньевич, вы проверяете. Вдруг опять что-то. Да-да-да. На дистанции 6 километров. Результат 25-38. Бронзовый призер. Филюшина Валентина. Ждем Валю здесь. Где-то я видел ее. Вот она, пожалуйста, на пьедестал. Тихо. Не хватало еще травм. Аплодируем, друзья, аплодируем. Став сертификат на 4000 домовид, диплом, кубок, аплодисменты. Круто. Продолжаем. Серебро. Не надо, хорошо. Так, сейчас скажут, все куплено, нет? Отличная спортсменка, правильно? Все заслужила. Дистанция 6 километров, второе место. Результат 23.05. Шаповалова Анна. Вот, правильно. Не зря вы позвали Павла Евгеньевича показать. Еще такой диплом, сертификат подарочный, кубок. И нам осталось узнать только имя чемпионки. Чемпионки на дистанции 6 километров. Результат 19.14. Первое место. Жукова Лидия. Вот, Лида, здесь, пожалуйста, пьедестал. Твой дипломчик. Сначала медаль, сертификат. Кубок! Там годовой сертификат, спортивный клуб, смена, бассейн и тренажерный зал. Друзья, аплодисменты! Тройка победителей на дистанции 6 километров. Главный судья соревнований. Все, сорвался, пошел фотографировать. Все правильно, все правильно. Этот момент нужно запечатлеть. Огромное спасибо. Девушки, пожалуйста, вас нафотографировали же. Да, поздравьте друг друга, молодцы. Кстати, друзья, подписывайтесь на телеграм-канал, где-то есть QR-код. Вся информация о юбилейных мероприятиях будет там. Итак, бронзовым призером на дистанции 6 километров. Результат 17.50. Савин Илья. Илья, ждем тебя здесь. Пожалуйста, на наш пьедестал. А у тебя же лотерея. А вдруг еще раз и телек, прикинь. А ты говоришь, фиксим. Вообще номер надо на память оставлять. Делать коллекцию номеров, копить их. Потом ты станешь чемпионом мира и продашь его за огромные деньги. Я тебе дал совет, пользуйся. Аплодисменты, бронзовый призер. Итак, серебро, второе место. Дистанция 6 километров, результат 17.37. Колонев Николай! Коля, ждем тебя здесь. Вот он, Николай, серебряный призер. Пожалуйста, на пьедестал. Медаль, сертификат, кубок. Кубок, диплом. Аплодисменты! Ну что, у нас-то осталось-то всего лишь. Ну как всего лишь? Узнать имя чемпиона на 6 километров. Самая длинная дистанция сегодня. Последнее награждение на сегодня. Итак, первое место. Результат 17.16. Дистанция 6 километров. Данилов Егор! Вот, да, все, старт состоялся.
Аплодируем, друзья, вся тройка на пьедестале. Вот они, победители, призеры забега на 6 километров. Обязательно фотографии. Также годовой абонемент спортивный клуб «Смена» чемпиону. На весь год можно в бассейн, можно в тренажерку ходить, развивать свои спортивные навыки. Аплодисменты, фотографии, друг друга поздравьте. Вы большие молодцы! В 90-летие завод.